Я с Республики Дагестан, Ахмед Гади Курбанов. И у нас есть бойцы, которые выступают в UFC. Это Хабиб Нурмагомедов и хотелось бы отметить Рашида Магомедова. Что бы вы могли про них сказать? Какое у них по душе? Спасибо. Ну, ребята уже заявили о себе на весь мир. Поэтому, что, можно только болеть и желать удачи ребятам нашим, чтобы... Сейчас они входят в десятку сильнейших. Но хотелось бы, чтобы, конечно, они были первыми. Вы знаете, у UFC есть такая особенность. Они не... мы уже разговаривали с Михаилом Юрьевичем, что не всегда берут сильнейших. Но здесь ребята молодцы, здесь ребята пробились, они действительно сильнейшие у нас в этих весах. А так я вот наблюдаю просто... Бывает и 90, ребята, которые бьются там от России, Беларуси, Украины, ну, далеко не самые сильные, далеко не самые лучшие выбирают. Поэтому результат налицо. Ну и, честно сказать, американцы не очень любят, когда мы побеждаем. Поэтому сложно, наверное, ребятам сильнейшим попасть и добиться, пройти этот путь. Спасибо. Пожалуйста, молодой человек.